есть, но факторинг тендерных сделок сейчас у нас факторы не осуществляют. Факторинг сложный, такой просто сложный продукт. Ну, вот тем не менее. Ну, интересно, о чем. Да, вот мы сейчас по Красноярску планируем стать. Если от компаний, которые, например, там тоже там группа единомышленников и собираются, хотят что-то двигать, как застроить, да, свой бизнес, допустим, но спотыкаются элементарно вот эти барьеры и просто дальше не могут пройти. Административно. Ну конечно, да, и там те же самые кредиты и прочие, да, то есть из-за отсутствия, допустим, финансовой какой-то прослойки, люди выходят на просрочку там в тех же кредитах, да, не, и существует у нас система вот эта вот защиты прав там. Тоже как-то не особо работает. То есть даже вот я участвую там в суде в одном, да, то есть подал заявление в суд через полгода, назначили суд только. Через полгода я уже этот суд прошел, потом его отложили, еще полгода прошло. То есть представляете, чтобы элементарно предприниматель, да, там компания, здравая компания пытается посудиться, ему нужно год подождать. Представляете, что за год происходит с человеком? Его отжимают, раз, 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 вытирают от него руки, ноги, и все, его нет. Ему уже ничего не надо. То есть получается, что с вами инвестор подписал текст договора, и вы за его деньги поставите? Мы можем так, можем за свои где-то трудиться, но это обговариваются условия. И еще последний вопрос, простите меня, что я много вопросов задаю. Речь о чем идет? Вот роль государства ноль, и гарантии выплаты своевременные. Ну, да. Сейчас вы вообще... подождите, мы же никуда не денемся. Да, 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 именно так. Денег просто в бюджете нет. Просто вам, да, вам нужно просто подождать.